Доброе утро. Попросите, пожалуйста, Евгению Георгиевну. Я звоню с бензоколонки. У меня к вам большая просьба. Когда она проснется, пусть обязательно послушает песню. Стою на ростанях былых, а у поднебесье самотным жаворонком звенит и плача май. Благодарю вас. Спасибо. Молодой человек, у нас курить строго воспрещается. Или вы хотите, чтобы мы все взлетели на воздух? Я не курю, я просто так. Тормоза я подтянул, все в порядке. Что с тобой? Знаешь, я в своей жизни совершил одну большую ошибку. Боюсь, что исправлять ее уже поздно. Это, Ваня, на нашей земле. Хоть скрипять мои лапти. Так много денег. А чтоб жена знала, что я на работе, а не по девочкам шатался. Ты же говорил, что ты холостой. Здравствуйте. Здрасте. Ух ты. Нам погуляю повидать Петра. Под землей в стволе. Далеко? Да метров за 300. А много еще осталось? У нас в стволе 640. Ух ты. Крепко земля упрятала свою соль. Я сейчас как раз в ствол спускаюсь. Можешь что-нибудь передать? Подожди, а нам туда можно? А то сколько по земле ходим, а что в ней не знаем. Это точно. К Васильевичу обратитесь. Он мужик хороший, разрешит. А-а-а. Это точно. Симаков! А? Телефон. Ну, иду. Зоя! Ты нам только не устрой турецкую баню! Вот в финских банях, саунах бывал. Белорусских парился, а в турецких не приходилось. Это Гуляев-старший рассказывал, в Болгарии тоже работал. Напросились как-то три турка на экскурсию в ствол, а там вода была. Может, и не скулю бы, отвлек? Окунуло их вместе с бадьей. Двое-то ничего, а вот с третьим пришлось повозиться. Ну что, Вань, может, вернемся? Поздно, Паша. По-моему, мы уже на дне.
Петька! О! Привет! Дядя Ваня! Здорово! Здорово! Ой, смотри, и дядя Паша здесь! Здравствуй! Сюрприз, а? Искали отца, нашли сына! Ой, а я вас сразу не узнал! Вы как сюда попали, дядя Ваня? Вот встреча! А? Отец теперь виском мается. А тут у него только шкафчик и прочее. Амуниция. Дядя Вань, оу. Это вы в его розовый касочек щеголяли. Ну да. Ага. Ну и как он наверху-то? Да бегать целый день. С работы на стадион. Со стадиона потрезвите. Домой придет, его не узнаешь. Чуть не материться. Узнаю Петра. Хорошо. Хорошо под землей. А на земле лучше. Конечно. Особенно, если тебя кто-нибудь ждет. Здравствуйте. Ну, вы тут уж как-нибудь сами, без меня. Да, здесь уж как-нибудь. Нет, нет, главному нельзя, он занят. О, а это что такое? Здесь мы сами, за мной, Ваня. Вы куда же? А сколько вагонов осталось в резерве? Хорошо. Паша! Бронис. Ну, хебра, свейка с гивас. Свейка с гивас, хебра. Ну ладно, хебра потом покажу. Ну да я на тебя хоть посмотрю, Паша. Что я тебе... Ну что, тебе девушка, что ли? Слышь, помоги найти Петра. Ищем, с ног сбили, что у вас сквозь землю провалился, что ли? А у нас не проваливается. Хотя мы сами его порой не можем найти. Да, знакомься, это наш брат Ваня. Кстати, ему очень идет шахтерская каска. Ну ладно, ладно. Бронюс. Иван. Ну, братья, вам крупно повезло. Ваш Петр через дверь с директором воюет. Мисс, пожалуйста, фу, переведите в кабинет. Вот, Ваня, как бывает, а? Ищешь человека под землей, а он за стенкой, да еще за правду воюет. Знаю, а? Петра. Ну, пошли, пошли. Пошли. Гнать его в шею этого вашего Петлякова! Будь у меня воля, я бы у него и пропуск на шахту отобрал. Ну а пропуск-то зачем? Да и нечего ему там делать. Был я сегодня у него в бригаде. Ну? Чем? Спрашиваю, заняты. Кольцо центруем. А когда начали? Вчера в нулевую смену. Ну, а сейчас говорю, сколько? Так-так. Молчат. Стыдно? Когда же план, говорю, давать будете? Деньги для детишек зарабатывать. Под языком работать. Петляков мастер. У Петлякова образование, Петр. Образование бывает разное. Симаков язву заработал. И ни при чем тут образование. А Петляков прожил день неладно. А как там люди? Шахта! Ему наплевать! Вот уж петля наши. Матусевич с проектировщиком пусть свяжутся с Литовкой. Будем привязку делать сами. Ну нельзя так. Ты что? Паша, не могу! Такой уж дурацкий характер. И все-таки, Петр Тимофеевич, не забывай, у Петлякова образования. Ох, люблю я тебя, Бронислав Адамович. Только не пудри мне мозги. Да будет у Симакова образование, будет. Это уже его забота. А вот главное. Симаков всю шахтерскую кухню, вот ты кто знает! А вы хотите его там в будку кнопки нажимать? Шуми, шуми, пускай весь Солигорск слышит. Да сопьется. Алла Григорьевна. Алексей Степанович, когда мы к людям полезным, талантливым людям будем относиться по-человечески. Жду их в два. Хорошо, Алексей Степанович, я все поняла. Да, звонил Лунько. Бронис, я тебе позвонить можно? Вы думаете ликвидировать отставание за вами? Ну, конечно. Работу. Ничего себе. Организуйте доставку материалов и оборудования для капитального ремонта. А вот как хотите, Алексей Степанович, если с Симаковым не решите, я тоже уйду. Ты что, не пари горячий? Будем сидеть с ним в сквере, пить пиво, читать газеты. И идут на одуванчики еще лет 50. Вам в укор. У нас в роду все долго живут. Слушаю. Алло, заместитель главного слушает. Алло, алло. Да что у вас, время лишнее? Вот, Тимофеевич, кажется твой. Стой!
Как машина? Машина ничего, хорошая. Да? Только у нас не на земле. Пришлось нейтрализатор поставить. А от этого, как ты думаешь, мощность падает? У нас ведь специфика, а о нас не думают. Как не думают? Да случай был, завозился тракторист. Чем вы только в своих институтах занимаетесь? Недра, без зачем же ты сразу всех? Несправедливо. Говорю уж прямо, ты у нас, Ваня, больше языком работаешь, так? Больно, Ваня. Пашка для меня больше, чем брат. Я его на ноги ставил. Он, может, моя гордость, надежда моя. Сам знает? Догадывается. Мать захотела увидеть. Эх, Ваня, Ваня, как же так? Ну, суди меня, суди, суди! Но больше, чем я сам себя сужу, не сможешь. Я Павлу всем обязан. Вообще зря я тебе сказал. Ну, прости, Ваня, не выдержал. Да брось ты извиняться. Лучше жестоко, да правда. Самому от себя тошно. Терял я себя, часто терял. А больше всего время, а его не вернешь. Все мы, Ваня, часто свое время не забываем. Послай бы всех к чертовой матери, в том числе и Михалевича. Проверь все на себе, а не с собаками возиться. А что, надежда есть? Переверну у себя. Институт переверну. У меня барабанщики басами петь будут, только бы вот времени хватило. И почему так? Кто больше отдает, тот сгорает. А какой-нибудь Петляков 100 лет проживет, как небо прохоптит. Лучше бы это со мной случилось. Тоже нашел выход. Петр, Ваня! Ваня, молчи. О Павле ни слова. Ни к чему это знать домашним. Да ты на себя-то посмотри. Интересно, как вы только тут ориентируетесь? А, Паша, у нас тут география простая. Меридианы пересекаются с параллелями. Вот. Да-да, Вань, да. Авеню и стриты. Вроде. Тут у нас вроде свой город, только раз в 10 больше того, наверху. Да у нас, Паша, здесь вообще все по-другому. Ты знаешь, Паша, когда у вас там наверху жара, лето, у нас слякоть не пройти, а в мороз у нас пыль столбом. Поливать приходится. А вот когда у вас там наверху осень, дождь, у нас здесь погода идеальная. Так что, Паша, все в этом мире относительно. А по санитарным нормам нас и закрыть можно. Знакомая история. От нет на вас нашей Светловой. Вань, я говорю, что жаль, нет Евгения Георгиевны. Замечательная женщина и никакой жизни. Ну, над нами тоже. Великое начальство стоит. Все требуют. Да и мы сами не сидим сложа руки. Тоже думаем. Пошли, Паша, дорогой, я тебе сейчас кое-что покажу. Лазар! Да, Паша. Завидую, честно. Ну что ж, рад за тебя. А как же с дедовским фольклором черти полно, если не сказать образнее. Добрый день. Борислав Адамович, здрасте. Узнал, чтобы в шахте сразу сюда. Что же, а? Я мог сам все рассказать, все показать, так сказать. Кубик, Кубик Станислав Казимирович. Гуляев. Гуляев, понятно. А это Кубик Станислав Казимирович. Гуляев. А вы тоже Гуляев? А
Ну, а меня ты, надеюсь, знаешь? Ну, как же, Петр Тимофеевич. Так ну, вот так всегда. Любишь, уважаешь, а не ценишь. Ну, в общем, товарищи наши, детище комбайн ПК-10, управляемый лазером, вот так и рождается техника будущего. Видишь, Паша, это пока еще эксперимент. Это ведь только подумай, ну, дорогие товарищи. Норма... Как ты всегда говоришь, 200. У меня мечта. А так вот, здесь моя мечта. Шахта 10. Полной механизации с единым центром проходит управления. 280. А ведь работаем, Паша, вниз, лево, на трех горизонтах. А это кто же такой? А, этот. Да на каждом предприятии есть свой. Просто бездельник. Марат. Один из горячо любимых нашим Антоном людей. Ну зачем вы так, Петр Тимофеевич? Ну, садись. Эх ты, лети, моя машина! Гори, гори. Моя звезда, звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, а другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих прошедших дней, ты будешь вечно не забвенная в душе измученной моей. Ты будешь вечно незабвенная в душе измученной моей. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою горе сияй, моя звезда. Умру ли я, ты над могилою горе сияй, моя звезда. Ай да мы! Петр Тимофеевич! Да помолчи. Спасибо ты, Кубик. Тебе. Ну что за манера говорить о том, в чем ты ничего не понимаешь? Алексей Степанович, милый наш директор, ну должен же я воздать дань уважения Петру Тимофеевичу за его пение. Красная гвоздика, ваш цветок. Боже ты мой, кто ему такой язык подвесил? Смотри, все еще помнит, а? Мне до Петра далеко, а уж про Ваньку-то и говорить нечего. Слушай, Петя, тебе бы к нам в хор. Первое место получили бы. Слышал я, что отловленных скворцов, кенарей соловьями учат петь, призы дают, это не по мне. Эти первые, вторые места, посмотришь, человек тужится, на судей глядит, а про что поет, даже не соображает. Нет. Я хочу петь, когда хочется. И про что хочется. Эх, люблю петь. И чего ты только, Петр, не любишь? Ух, Сиваков! Я многое люблю. Вас всех люблю!
Вот невестку свою люблю. Баню нашего, автогонки, чтоб все летело и в ушах гул стоял. Ну, я. Рыбалку, ох, как люблю. Знаем. Как-то сама поймал. Вот такого. Да ну. А усы вот такие. Возраст лет 200. Да вот врешь ты все, Петр. Ну как же вру? Псяри поймал. У меня и свидетели есть. Только ну врет. Я сам рыбак. Сеня, ну, врет. Был ведь у нас сон, а? Ничего у нас только не было. Жену люблю. Да и как ее не любить? Петьку люблю. Он у меня в десантниках служил. 36 прыжков совершил. Полная амуниция и ничего. 36? Жив? Здоров и собирается второй раз дедушкой сделать. А что? Его время пришло. Да, дал бог ему морду, голос. Девки и сталь на шее вешаться. Ну, я его и загнал в шахту. А? Я сам, Ксения, а ты занимайся своим делом. Петя, врубай радиолу, чтобы гости не скучали. Продолжаем наш концерт по заявкам радиослушателей. По просьбе братьев Гуляевых из Солигорска передаем концерт Евгения Леонова. Дорогие друзья, мне очень приятно. Братья Гуляевы, это Паша, привет от видео последней серии для вас. Паша, вы посмотрите, кто к нам приехал. Что, приехал кто-нибудь? Антон! Приехал. Паша, кто приехал? На, отрывай. Ну что ты, ну зачем это? Ну я же зеркаль с пустыми руками, да и матка без гостиницы. Антон! Не выпусти! На кости поломаешь! Ну где этот старый партизан? Здравствуй. Ну вот и все вместе. Эх, люблю. Вот хорошо. Мать-то здорова. Бодрится старая. Ваш часто вспоминаю, особливо Ваню. Ну проходи, Антон, проходи. Антон Тимофеевич! День добрый! Это наш брат Антон, бригадир колхоза «Новая Полесье». Ну, аж если совсем скромно, депутат белорусского парламента. Прислушный до них месту. Гуляю, Антон Тимофеевич. Прошу любить и жаловать. Бронислав Адамович Литовка. Паша, друг, коллега. Опять выторговывать удобрения? Снова. А мне разве помните? Кубик Станислав Казимирович. Дядя Антону. Вчера ты мне сказала, что позвонишь сегодня, но не назвала время, сказала только жди. Как много девушек хороших, прошу, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. И ты влюблен, и ты влюблен. Ах, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Ну как, значит, живешь? Сердце, Петр Антонович. А вот же где спрятались. Ах ты, моя лапа. Ну, что ж такая сидая, да? А что? Что? Колесо крутится, крутится. Так и жизнь идет. Пошли. Да, жизнь идет. Погода с природой загуляешь. То дельные люди. А в начальство свои пожелания. Да разве об усим скажешь? Работать надо. Ага, учить и указывать все уже умеем, а земля много чего просит. Ты накорми, и обработай, и семя доброе дай. Работать, конечно, надо с головой и любовью. Земля у нас тяжкая. На ее и без любви мало чего делать. Вот так и крутимся круглый год. Да. Удобрения достали? Запчасти есть? Стройматериалы потребные? Зиме доброе, новые сорта картошечки. Или ну, что-то появились. Гости дорогие, одни прошу к столу. А проблем зараз пожалуйста. У нас, а не ячи. Пожалуйста. Я прошу вас этот тост поднять за нашего брата Антона. Отец наш погиб рано, еще в Финскую. И всех нас на ноги поставил, довел до дела Антон.
Вот. Если я, Паша, Ваня в жизни чего-то достигли, это благодаря ему. Прошу выпить за белорусского партизана, который потерял жену, детей, чтобы жили мы. Мы все и другие. И еще прошу выпить за человека, который отдает всего себя земле, вырастивший и кормящий всех нас. Дякую, Петя. Тебе за честь прихожей слова, всем вам дякую. Долгих вам лет усім. Счастья вам жадаю. И прошу выпить не за меня, а по старому доброму звычаю за общий наш тост. Починай, Павел. Я хочу выпить за нашу мать, землю, на которой мы живем, за ее людей. Пожелать им нежности и мира. Я предлагаю выпить за любовь. Стесняемся мы любить, стыдимся говорить о любви к человеку. А ведь это каждому из нас так нужно. Любить и чтобы нас любили. Я хочу выпить за Гуляевых. А я, друзья, хочу выпить за всех вас. За соль земли, дружбу. Истинная хата, как говорят литовцы. Мне с вами доброе. И я хочу выпить за все, что вы сказали, и еще за память, за живую память обо всем и всех, подаровавших нам добро. Да-да. Все равно в понедельник мне нужна операционная. Нет. Да. Ни в коем случае. Да хоть ночью. Людей соберу сам. Еще передай Урсулову. Угу. Хорошо. Чтобы он помнил о рубахе. Да-да, он поймет. Угу. Да, Сталь. Хорошо, я сам. Не, Петя, что есть, что было, то всегда застоится. Со сном не перепутаешь. Я очень помню площадь в одном польском городку. А на ее костел стою я у стены. И надо мне перебежать каких-то пару шагов к развалинам напротив. Так, эти два шаги простреливаются отсюда. Я на сквозняке вот стою, думаю. Вдруг бах! Очнулся и вижу рядом перед собой руку. Ляжу, боюсь шевелиться. Боли не чувствую. Да ведь все вначале боли не чувствуют. Да. Ляжу на эту руку. А я ведь думаю. Пошевелил я одной рукой, вроде ощущаю. Другой тоже. Пригляделся. Пальцы длинные, тонкие, рука маленькая, красивая. Поднимаю глаза, а это с костела
От женской скульптуры руку оторвал. А я целый. Ага, живы. Только контужены. Уже после войны, Петь, знаешь, у ее книжках это костел. Оказался памятник 14 веку. А ты говоришь, было не было. Что было, то было. Что есть, то есть. И никуда мы от этого не денемся. Помню, я еще Яни наказала. Нельзя, Антон, жить былы. Разумею. Нема и больше. А сердце не верите. Это у нас от матери. Однолюбы мы? Нету тыншее. Видать, все, что насильно, я, ну, як неправда. Ну, помер человек, хвороба, старость. Разошлись, так само, я, ну, зразумела, нема любви. Тяжко, али миришься. А вот, коли насильно, коли забивают, мне же их и похоронить не довелось. Память памятью. Только ты, Антон, и о новой семье подумай. Думаешь, Екатерине легко с тобой жить? Думаешь, у нее душа не болит? Она молчит, да все видит. Раз только и сказал. Когда потеплеет, все к колодцам курить ходит. Что ж вино Пете такое, коли... коли оно живое дитя у колодец кинуло?
Да успокон веков нам засталася спадщина. Поміж своїх і чужаков яна нам ласкай матчинай. А в йому... Смотри, время идет, а колоды с пчелами старые стоят. Так, старые. Что ж мы цветы-то не взяли? Интересно, сколько лет этим дубам? Считай, их после Наполеона новую вёску строили с того часу и могилки. Вот ограду добился, срабили новую, покрасить не поспели. Плиты ставят. Приходится. Кресты падают. А этот клен помнишь? На липе бусил клёкотам, и той старый омшалый тын, что лёг я вёз от покотам. А в ёлы мне бают сказки сны. Прохорыч! Прохорыч, погоди-ка! И шелест лесу веросну. Здравствуй, Прохорыч. Смотри-ка, живой. День добрый. Сколько тебе лет-то, а? Живые, живые. Пашку с Гуляевки, сына Тимохи, помнишь? Помню, а як же, живые. Ты знаешь, деда Прохора встретил. Спрашиваю, помнишь? Говорит, помню. А у самого глаза... Никитич похоронили. А я ему блёст навезу. Дядьку не узнал. Ты молодец. Но вы тут пока... Вы тут пока дома, а я управление на полчасика. Мама. Сыночек,
Паша! Дай мне тоже с мамой поздороваться. Родная. Сыночек. Ну, вось и все. Ну, вось и добро. Ваня. Что ж ты так схуднел, а? Паша, что ж вы в одном городе живете? Один одного не глядите. Ну, вот и добро. Теперь поверьте. Кажется. Ну, успокойся, пожалуйста. Может, у хату зайдите, а? Да-да. Ну, а як же? Привет, Мупай. Як же? Антон, как тебя чувствует? Ничего. Тримается. Ничего, добро. Тримается. Тримается, да. Красиво, как у нас. Добро. Ой-ой-ой, молодцы, молодцы, что приехали, молодцы. А я Антону кажу, дом по себе, а хата хай стоит. Там батька жил, там выгодовались, а? Сыночек, Пашенька, а я уже помру, тогда робить я хочу. Ну что ты, мама? А, Вань. Добро живем. Антон зарабатывает добро, Катерина, так что... Мам, перебирайся к нам, меня будешь. Да я уже тут. Дякую, сынок, я уже тут. Я вот только за вас хвалюсь, как у вас все добро было. Дякую, сынки, дякую. Прости, прости. Петя, Петя! Теперь этому не учится. Мазь ее все готовое. А может, зря забываем. Коли ж люди так думали, какую ниточку проложить, якого цвету, как узор красивый был. Видать, думали, мечтали об житті. С яких ниточек я нос соткана. А вот в Болгарии. Где? В Болгарии? Школы открыты. Угу. По всей стране. Где какое ремесло больше любит, там школа. С детства учат. Болгария. Болгары хороший народ. Одна кровь. Сынки, да красота она так сама одна. В одном лику, как песня. Мам. Неужели это все Антоновы? Суседские. Да Антоновых семеро. Хватает. Нехай годуется на здоровье. Ваня, а это помнишь для чего? А? Нянчиться мне некогда было с вами. Вот бывало, возьму холстину, да подвяжу, да повешу ля печки. Каб не случилось чего, кричали. Особливо Петь. Вот, Паша, я тебе травы дам лекарственные. За не мог ты.
Вы тут покой сами, я загляну в управление и назад. Добрый, добрый. Карта, чекай, я с тобой. А гости? На рыбалке были? Были. Что, поймали? Ты с полведра поймали. Ну, молодцы. Татка, а чему детский Иван такой сумный? Ученый, тому и сумный. Ученый лектора? Ученый. Рыбу покажешь дядькам. Добро. Ага. Дядь, скажите что-нибудь. Дети, берегите лес. Лес – народное достояние. Это я знаю. Не разоряйте гнезда птиц. Это мы тоже чули. Правда? Не дразните гусей. Гуси спасли Рим. О. А это я не знаю. О. Как вы чистите? А как? Треба с хвоста, как чешуя отставала. Правда? Так она же скользкая. Это тебе не людей резать. А вообще-то рыба лучше в воде чистить. Пошли, ребят! Ваня! Ой, мама! Ой, кто приехал? Ой, хлопчики же вы мои миленькие! Ванечка! Кто приехал? Кто приехал? Мы приехали! Здравствуйте! Ну, целуй! Ваня! Ванечка! И Павлик приехал! Ну как, ой, молодцы! Павлик! Ой, Павлик, миленький! Ты слышишь, что творится, а? Ой, какая радость! Ой, какая радость, хлопчики! Рыбалку придется отменить. Миленькие! Ой, Павлик, миленький! Ой, потекай! Потекай, растратил! Я же старая стала уже! Ванечка! А я думаю, чего это мне сегодня сон таки приснился? Хлопчики же мои! Ну что, скрипят твои лапки? Скрипят, скрипят. Ах, цветет наш Катерина. Ой, ты уже скажешь. Я ее в Минске жду, а ее, оказывается, Антон со двора не выпускает. Да, она дома, Николи, нема. Понимаю. Да, вот думаю, разведусь. Так, Юга, Николи дома нема. И потом старая, старая стала, а кому старая надо? Вот. Ну, на, пока. Я худко, только корову подаю. Павлик, Ваня, не сумуйте без меня, я зараз. Ваня, а? Воды надо принести. Давай. Погоди, я сам. Thank you.
Это как сюда прорвался, сюда же не пускают. Здорово. Здорово. За тобой приехал. Ну? Мать приказала. Хай, говорит, до дому едет. Хай, говорит, у деревни поживе. Раз поправится. Ну-ка, погоди. А что? Вот. Ты чего? На-ка, одень, это, знаешь, скандал не оберешься. Да. У меня это тут как подпольная квартира. То с завода, то из КБ, то черт тебя знает. Ну, як ты тут? Бегче не сбираешься? Уколы робить? Да нет еще. И не давай. Боюсь я этих уколов. Вот. Иголочка вроде маленькая, а страху. Меня раз летучая мышь напугала до холодного поту. А еще раз вагон. Катится один по рельсам. А это его на горце специально отшапили. Вот у партизанах ничего не боялся. Человек так устроен. Коли перестает жить для лучшего, и он начинает бояться чего-то худшего. Хуже страха для людей ничего нема. Бессонница стала одолевать. Старею появился час думать. Вот и думаю. Мать тебе еду деревенскую прислала. Все свежее, все в натуральном виде, как ты любишь. Деревенская еда, говорит, одразу поможет. И травы. Это весна. И травы лекарственные. Здесь мне сбирала. Не на спирту. Заварены. Ну что, старый партизан, все-таки пробился. Ах ты. Здравствуй. Я же им сказал никого не пускать. Счастье наше, Паша, что еще есть люди, которые сами понимают, кого пускать, кого. Да куда же мне столько? Я не съедаю, что здесь дают. А ты не ешь, ешь только мое. Мать и права, ты ее и вер. А? Мне? Мы ты? Мы ты, мы ты. Мать прислала. Иван, я ни почем не веру. Это почему? Это тому, что ты людьми не интересуешься. Тебе только твоя наука интересна. Ну ладно, я пойду, меня ждут. Я, пожалуй, тоже пойду. А ты посиди. Я могу. Время есть, спешить нема куды. Первый раз вижу человека, у которого, наконец, есть время. Ага, ага. А вы знаете, чего я сейчас больше всего хочу? Влюбиться. И чтобы меня любили. Антону исполнилось 56. Петру в октябре будет 52. Павлу 23 мая было бы 48. Женя, я хочу познакомить тебя с моей мамой.